Чат, может быть, я что-то не понимаю. Я не разработчик игр, не продаю скины платные. Но, БСГ, раз уж вы начали продавать платные скины, вот смотрите, вот это дефолтные перчатки, дефолтная куртка. Бесплатная, на нулевом уровне вам она выдается. Вот это просто в другом расцветке с точно такими же перчатками. Стоит сколько? 400 рублей? Есть вот такая куртка. Она, кстати, дешево в игре стоит. С перчатками пик. Они добавили еще одну куртку. Просто в другой расцветке. Я не уверен, но мне кажется, так скины не продаются в BSG. На мой взгляд, это называется халтура. О боже. Ладно, со штанами что? Штаны. Ну, Green Ranger. Блять, ну это же дефолтные штаны. Вот это платные штаны. Вот это дефолтные штаны. Алекс, так это было изначально понятно, когда они в донат впихнули скины, которые уже есть в игре. Разве это не было глупо уже с их стороны? Нет, тыпни меня обратно, но вентилятор. Оп, все, не падаем. Гаражи, да? Походу, да. А где ты? Это служивый! Телепорт, как в этом. Принц Персии, пески времени, помните? Блять, чевок ходит перед нами. Спокойно. Бля, ботик, не надо. Минус два. Сумка есть? А чё вы без сумок ходите? Ребятишки. Старая, походу. Затылок, может быть. Темечко там еще куда-нибудь.
Нет. Спокойно. Но одного своровали у меня. Так. Надеюсь, сумки у них имеются. Достать. Ладно, будем лутать вот так просто. Они тут 5 уровня щемили типа какого-то. Так, сюда, сюда. Найс. 5 киллов, да? Вроде как. За хамса. Ну вот эти три последние прям сочные. Уф. Так, надо не забыть посмотреть, куда я убил первого. Почему у него целая маска осталась и целая броня. Грудную клетку я его убил. Видимо, я ему мимо пластины попал куда-то. Ну и этим пам-пам-пам. Хороший. Жирый. Чел бегает. Но он не понял, что случилось. А их двое там даже.
во тьме буяновских теней потерял типа. Ёптать. Сколько попаданий, интересно, было. Того, в тех типов на АГС-ке. Одно попадание, 218 метров. Но он выжил. 113 урона я ему нанес. А, подожди-ка секунду. Подожди, что? 0 урона по телу я нанес. 113 поглощено броней. И 0 урона по телу. 338 ФМЖ-ха. Что? Как это возможно? Я не знаю. Даже за броневой урон не прошел, типа. Вообще возможно, бывает. Каким калибром? Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.